Масленицу сегодня отмечали на празднике в областном доме ветеранов. Гуляния объединили горожан, проживающих в специальных учреждениях для ветеранов, и жителей Молочного. Народные забавы, хороводы, песни, угощения и конкурс на самый вкусный блин. Все, как полагается, в Масленицу. Организовали праздник областной дом ветеранов совместно с Центром по работе с населением и местным ТОСом при поддержке депутата Законодательного собрания области Марины Денисовой. Парламентарий наградила самых активных участников праздника и жителей села Молочное. Дружное народное гуляние в селе уже традиция. На таких праздниках ветераны делятся воспоминаниями и общаются с молодежью. Все это настолько поднимает настроение. Просто праздник сегодня. Масленица нам принесла здоровье, хорошее настроение, улыбки, заряд бодрости еще на много лет. И, конечно же, связь поколений. Это вот такие молодые, юные лица, которые верят в добро, которые творят добро, которые помогают ветеранам, которые приходят сюда с концертными программами. И, конечно же, дети – это наше будущее. И в такие праздники очень важно, когда вместе и дети, и ветераны. Анна Богачева, Вологда, Портал.